Здравствуйте, друзья. Добрый вечер. Не успел я с утра высказать удивление по поводу боцмана, сами понимаете, который то ли он до того пьяный был, то ли после, но сначала он говорил, что он поддержит любой из двух законопроектов иммиграционных, которые обсуждает Палата представителей, в частности республиканцы, в тесном контакте с администрацией. И вдруг он в пятницу с утра объявляет, что за эту дрянь он голосовать не будет, и вообще, вот, в общем, так, ну хорошо. Надо же так, интересно. Проходит буквально несколько часов, несколько. Да, а республиканцы в Конгрессе, они же удивляются, они говорят, пусть объяснят, мы же как бы все вместе, мы же знаем, что мы вместе. Это что вдруг-то, что случилось, что? Будем ждать объяснений. Приостановились работы, они совершенно обескураженные, вроде собирались, договаривались, там еще что-то, и вот на тебе. А он еще их обвинил в том, что в этом законопроекте совершенно нет никаких мер по защите границы мексиканской, там вот, хотя там вот, ну, есть абсолютно все, что он хотел, все там есть. И вот он говорит, не буду подписывать там фигню эту, вот, пока мне не дадут то, что там и так есть. А через несколько часов были разъяснения, вот, что он, собственно, поддерживает, он оба поддержит, он оба с удовольствием поддержит там, то есть, как бы, вот так вот, такие, знаете, дела. Вот, так что я не знаю, что случится между сегодняшним днем и вот концом следующей недели. Сегодня пятница, а у нас есть следующая неделя, то есть, не дальше пятницы. Вот у нас есть неделя, 5 дней рабочих. Они бывают, что и по выходным тоже, знаете, когда уж так совсем припекло. Но, в общем и в целом, я не знаю, сколько раз там кто поменяет свое мнение. Тут боцман там, может быть, какие подручные у него, может быть, Китай там с торговыми санкциями, может, еще что произойдет. Но, во всяком случае, мы видим, друзья, что жизнь динамична. Жизнь динамична, возникают неожиданные порой ситуации. И черт его знает, может, они действительно за что-нибудь проголосуют. Вот, но вся, так сказать, прелесть нашей жизни сегодня состоит в том, что у нас непредсказуемо, у нас неизвестно что. Будет война, не будет, будут санкции, не будут, будет закон, не будет, подпишет, не подпишет. И меняется, так сказать, с абсолютно любой частотой в абсолютно любую сторону. И, в общем, друзья, наблюдаем. Ну, что я могу сказать, кроме того, что, конечно, интересно все это. Ждем-с.